Глядя на это, кто-то подумает, что один пеликан пытается съесть другого. Но это не так. Это всего лишь процедура кормления. Мало кому понравится смотреть, как пеликаны кормят своих птенцов. Маленькие пеликанчики слишком глубоко залезают своими клювами в глотку родителю и что-то там ищут. Оказывается, им так удобнее доставать полупереваренную пищу, уже почти готовую. Но со стороны, конечно же, выглядит так, будто родитель разрешает птенцу кушать себя изнутри. В старину люди считали, что это именно так и есть.